Встречаясь с новинкой, электронным вариантом, текстом песни «Радужная песня», очень захотелось обратиться еще глубже к содержанию этой песни, как в ее содержании проявляется ее название, или как отражает содержание названия песни. Интересно так, «Радужная песня», почему она именно «радужная»? В чем ее такое великолепие, красота, прелесть? Вот такие созвучные слова, как радушная, радостная, они очень созвучны, но почему-то авторы предпочли именно радужная. Я вот представил, что в небе вот радуга – это как такое небесное явление, которое создано светом. И это такое явление, которое очень радует каждого. Каждого, кто к этому устремлен, кто видит эту радугу. И вот в этой песне, в ее содержании проявляются вот эти небесные черты дружеских отношений. Они такие чудесные и так радует и ласкает сердце. И вот обращая внимание на ту последовательность выхода новинок, вырисовывается такая интересная картина такого удивительного, сказочного образа жизни, сказочной новой жизни, новых отношений. И это так радует, что вот такое есть в сказочном мире. И вот осознавая, что мир един, в мире едином, под солнцем одним, вот радует сердце, что в мире есть красота вот таких отношений, которые вдохновляют, радуют, вдохновляют именно на такое проявление, на такие отношения. И это так здорово. Спасибо огромное за такое понимание и образа сказочного образа жизни и радужного понимания песни. Мне кажется, радуга еще живет в содержании благодаря тому, что песня, ее содержание, оно словно аккумулирует, вбирает в себя колорит и свет всех песен комплекса. Вот эта вся многокрасочность всех времен года в ней, безусловно, живет. Она просто наполнена вот этой благодарностью, потоком благодарности вот каждому времени. И это прямо сияет в ее строках. И, конечно же, не только года, но и дня. Вот краски благодарности, они очень яркие в этой. Мне кажется, это под стать именно радуги, вот как явлению, вот этому удивительному покраскам явлению природы. Оно привлекает вот этой ясностью, сочностью, чистотой, однозначностью оттенков. И здесь это проявлено в чувствах. Вот эта благодарность, вот это именно вот такой колорит чувств, отношение к тому, что дарит жизнь, ко всем ее сторонам. И это просто прекрасно, оно заражает этой многокрасочностью, этой благодарностью песня. Я, знаете, хотела продолжить как раз тоже по имени этой песни. На самом деле имя совершенно необыкновенное и очень-очень говорящее. А открылось это, ну, как мне показалось сейчас, благодаря как раз электронному варианту, то есть благодаря той возможности, что еще глубже, еще внимательнее есть возможность отнестись к тексту. Конечно, меня тоже заинтересовал этот вопрос, почему же радужное, что это такое, зная, что в сказочном мире нет ничего такого случайного или какого-то такого просто, потому что к слову пришлось, да, все закономерно и все очень глубоко. И вот что у меня открылось, ведь радуга – это такое удивительное явление, которое всех радует, безусловно, да, и эта песня, она тоже всех радует. Ее звуки, ее такой танцевальный ритм, ее вот это многозвучие инструментов, которое есть, оно просто покоряет сердца и вызывает улыбку. А еще ведь радуга – это такое физическое явление, которое помогает нам увидеть, что на самом деле
белый свет, который мы встречаемся постоянно, ежедневно, ежесекундно, это не что иное, как сочетание всех цветов. И только благодаря определенным условиям оно становится явным. Вот это преломление лучей, да, благодаря воде и солнцу, оно становится таким очевидным. И вот эта песня, радужная песня, она каждой своей строчкой открывает, что счастье, дружба, радость – это единое, это одно, ну, как бы состояние. И если ты по-настоящему радостен, то ты обязательно будешь счастлив. Если у тебя есть счастье, то обязательно есть дружба. То есть они как бы взаимопроникают и обязательно, ну, как находятся в таком в единении, в созвучии. И эта песня, она открывает эти ключики счастья и дружбы, причем совершенно так вот конкретно. То есть если следовать этим, ну, скажем так, шагам или этим проявлениям, которые здесь воспеты в песне, то обязательно приблизишься к этим высочайшим состояниям. И еще меня поразило, знаете, что не просто принести радость или вырастить радость, а радость умножим. То есть вот эта вот сила чувств, которая здесь открывается, без, как бы, бесконечность действий и усиления. И если рукопожатие, то со всей душой. Если помощь, то обязательно щедрая помощь. То есть вот это, ну, как бы напряжение внутреннее, напряжение духа, оно здесь очевидно прослеживается и покоряет. Мне очень близко то, что ты сейчас сказала, вот эта мысль, да, что вот эти стороны жизни, они, это три единства. И на самом деле вот песня дарит это состояние, когда начинаешь ощущать, что там же вот в строках, мне вот, знаешь, сама песня, она именно это состояние дарит, когда ты начинаешь ощущать это, вот это восторженное отношение к жизни. Вот мне кажется, из него рождается. В нем и благодарность жизни, и способность увидеть этот позитив, оценить его и внести свой вклад, свой огонь радости и в дружбу, и в отношение к миру, к жизни. И вот она в этом смысле такая исток этого состояния восторженности, понимание, что это создается трудом на самом деле, таким радостным трудом, вдохновенным трудом сердца, рост отношений. И она вот прямо заражает этим желанием и дарит это состояние, когда ты способен, ты можешь и ты хочешь это делать. Очень ценно. Знаете, что сейчас я ощутила благодаря тому, что услышала? Получается, вот, ну, ключевая как бы фраза или смысл песни, ведь счастье дружбы творим сейчас. То есть в этот момент, когда звучит песня, когда читаем текст, когда познаем ее, можем творить счастье дружбы. А почему это происходит? Ну, мне кажется, что сказочник, он своим отношением, своим вот, как вот начинается песня? «Прекрасен день, чудесно». То есть к каждому времени суток он отнесся, к каждому мгновению жизни было подарено вот это чувство. То есть этот поток чувств, он здесь ощущается в этой песне, и творится это счастье дружбы, потому что дружба же, она же есть не только между людьми, она же есть с миром, с природой, с солнцем. То есть, ну, по крайней мере, образ этого, он точно задается, и дружеские чувства к миру проявлять возможно, вне зависимости, есть ли рядом люди, или сейчас ты пока, но нести этот поток дружбы, да, этих благодарных чувств, ну, песня создает возможности это ощутить.